Отлично, Крипто! Солнечная Санта-Модеста! Для начала отыщи в этом городе альфа-самца. Возможно, тогда мы наконец сумеем понять, как у людей устроена эта их идиотская социальная иерархия. Всем доброго здоровья, цепи от аппетита, сейчас кушать, с вами Юлия Мишка. Всем привет. Вот мы вернулись в игрушку под названием Destroy All Humans. Вау, вот это красота, вот ребят. Вот это красотень. Санта Модеста, ё-моё. Слушай, красота какая, летом самое то. Ты видал, какие волны. Так, нам нужно в кого-то превратиться. Мы, кстати, прокачались, дольше у нас теперь длится... Так вот скажем, режим головаси. Головаси, гравиваси. Вон, кстати, быть. Смотри, да, есть я и туда бегу. Только блин, нужно... Ой, сушка, чтобы какая нас красота. Не заметили. Да-да-да. Сканируйте гуманоидов. Но мы можем... Сканируй всех людишек, кого сможешь. Кто-то из них укажет, где находится альфа-самец. А, то есть мы еще мысли должны аккуратненько. А может, сразу пере... Ну, давай же женщины, вон, станем. Втихаря. Оп. Oh, чика. Но мы сейчас и мысли все равно почитаем. Нам, видишь, нужно yeah, отсканировать. Во, видишь, про мэра. Альфа-самец. Вот смотри, этот мэр. Ой, 500 я... баксов получил перед выборами. И до сих пор. Чего там не позвал? Одинаково мыслят женщины здесь, в этом городке. Не позвал в мотель на вечеринку у бассейна. Вот он где будет. Целый город. Юль, да нифига себе тут. Воу, Миш, не забывай все равно сканировать. У вечеринки у бассейна нужно сканировать. Вон я, мне кажется, вон там. Так. Мишка, ты чё? Сейчас все нормально. Все. Хорошо, что мы прокачали подольше. Ну да. Это, как что на Васе? Головасе. О, вон смотри, где зонт. Да, а как мы его туда? Здорово! Залезем. Миш, сканируй. Сейчас давай попробуем. Давай. Я уж не буду. Блин, читать, я не могу, скорее всего, меня просто. А ты думаешь, давай потом. По лестнице нельзя? Я думаю, здесь лестницы так таковой нет. Нам нужно на джетпаке будет. Сканируй потом. Да, давай. Чику. Все, сканирую. Можно вернуться на работу, но как подумаешь. Короче, в общем. Похоже, гуманоиды проводят некий социальный ритуал. Думаю, стоит просканировать их и понять, что к чему. Так. Агенты Маджестика. Маджестика, да, используют приборы, создающие помехи. О-о-о. Они сбивают работу головаси и мешают сканировать мысли. Так. Если агенты Маджестика или Маджестика, я не знаю, Маджестика, находятся давай. Под действием команд «забудь» или «отвлечение», они не понимают, что перед ними головаси. Надо сначала память, типа, чикнуть. Либо отвлечь. Импульсные мины. Импульсные мины нужно разряжать, чтобы они не создавали помехи для головаси. Чтобы ага, не встречаться вот видишь. С агентами и импульсными минами, проверяйте радиус угрозы на мини-карте. Вау, так, он близко. Давай просканируем кого-нибудь. Ага, сейчас сканирую. Так, нужно аккуратненько. А кто из них именно? Вон, смотри по мини-карте, красные. А вон, кстати, сверху есть... Все, я отсканировал. Просканируйте мэра. Здесь. А как я заберусь? Мне кажется, это надо этим. Потом, типа... Так, просканировать мэра. Вон он. Давай, сканируем. Все. А, только потому, что какие-то бездельники в Роквелле ужрали самогонка. Я что, теперь должен делиться властью? Я свое место купил задорого. Это мой город, и федералам тут делать нечего. Жесть. Вот это жесть. Просканируем. Убейте гостей на вечеринке. О, утопите гостей на вечеринке. А, интересно, каким образом? Телекинезом. Думаешь, мне надо уже перевоплотиться? Думаю. Устроить а жаревню? Короче, устроим. Раз, два, три, четыре, пять. Вот теперь можно собирать. Да их всех можно. Стоп, 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 аккуратно, Миш. Так, иди покупайся. Все, отлично, вот этого тоже. Что-то вам всех не кажется, что их здесь дофига? Миш, ты сейчас весь город на себя садишь. Мэра давай. Так, погоди. А думаешь, его стоит? Ну, а что, нельзя? Сейчас, погоди. Ты хочешь мэра превратить? Да, хотел, но это не помогло. Так, ладно, так, сейчас... вон у нас есть, видишь? Цели, да? Их тоже в бассейн давай. Сейчас мы чем-нибудь... Отрывайся давай. Мы, как это сказать, все купаться. Будут слагать легенды, что мы мокрый, я даже не знаю. Мокрый кто. Пришелец. Да. Так, еще одна. Вон, где-то нет. Блин, вот это как будто. Ой. А как вот нам сделать его, Миш, ты зря походу. Надо голова все отключить. Так. И уже спокойно. Ой. Отлично.
Ну, вышло так, как вышло. Ты неплохо справился, Крипто. К сожалению, ты привлек внимание местного служителя правопорядка. Будь осторожен. Чтобы справиться с полицейскими Санта-Модесты, тебе понадобится новое оружие. Я разблокировал лучевой дезинтегратор. Опробуй его на легавых. Так, нам какой-то луч дали. Надо копов валить, Мишка. Сейчас, погоди. Как мне его? Вот он. Ого. Отлично. Уничтожьте полицейские машины. Фига себе. В тачу стреляй. Стреляем. У нас еще это, броник отлично. Более прокачан. Так, ты снайпер, Крипто. Вон еще одна тачка. Вот. Так, отлично. Перестрелки супер. Начались. А вот та считается военная какая? Не знаю. О, во. Миш. Так, нам отлично. Еще две надо. Во, GTA началась, только я в этот раз пришелец, неплохо. У тебя, кстати, заодно засчитывается. Так, если закончатся боеприпасы... То ничего страшного. Я не успел. Может быть, надо мозгом зарядиться. Чипук. О. Все, наверное, так и зарядилось. Дурно. Так, Миш, последнюю тачку надо развалить. Вон вижу. Все, сейчас мы приедем и ее разваливаем. А, у меня все, да, по патронам. Так, я как-то мог энергию... Ну, я так понял, что это такое. Стой. Что это такое? Деформация. Что это? Воу. О, Патрики, Миш, да, получи... давай. То есть можно предметы, смотри. А, все ясно. Перепревращать. Клево. Миш, давай. Машиночку. Зря подъехал. Отлично, еще последний полицейский. И машина. Супер. Молодец, Крипто. Мы чё... Чё случилось-то? Все в порядке. А, просто выполнили. На 100%. Все выполнено. На корабль. Так, нам 1250 дали. Да, можете прокачаться. Прокачать. Безумие на вечеринке в мотеле. Молодое поколение Санта-Модесты охватило джазовая истерия. Все так и было. Конечно. Да нет в них ничего такого. Внешность может быть обманчива. Городские гуманоиды более хитрые, злобные. Хлипкие. Их сложнее обмануть, так что держи ушки на макушке. Только не на виду. Давай сюда. Пригаси волну. Ну что там? Мы получили добро на первый этап. Наш парень внутри? Ждет сигнала. А запись? В портфеле. С нужного места мотать не надо. Воздействие на подсознание через телевизор. Интересно, что Маджестик выдумает дальше? Мне-то откуда знать? Ты про риторические вопросы когда-нибудь слышал? Не. Ладно, проехали. Снова эти черные костюмы. Что такое Маджестик? Точно не знаю, но у меня зародилась идея, Крипто. Подожди, дай найду, чем записать. Если мы хотим достичь успеха, недостаточно просто читать мысли гуманоидов. Необходимо их контролировать. Собирать мозговые стволы будет проще, если сперва, так сказать, подмазать шестеренки. Это ж расплюнуть, да? И как мы это сделаем? Твои друзья в черном указали нам верное направление. Незаметно такое. Что-то намечается интересное. Уничтожьте машину. А не отставай от черного седана. Тебя обгоняет машина, которая даже летать не может. Так мне ее надо замочить? Взрывчаткой надо. Взрывчаткой? Я могу, кстати, это... Это дополнительно. Блин, я, наверное... Короче. Я слышал. Применяйте телекинез на взрывающихся газовых баллонов. Поздно. Так, я вижу. Это вот они. Неплохо. Отлично. Так, убейте агента с портфелем. Забудь про черную машину, не дай сбежать людям. Если не знаешь, что делать, отправляйся в телецентр и перехвати их там. Все, походу, агентом капзда. Слушайте, да как так-то? А вон и шкафчик. Я уже их полюбила. Сканируй документы. Крипто, это же просто сумерки мозга. В портфеле бобина с магнитной лентой и приказ о начале эксперимента по контролю над человеческим разумом. Что-то... Они нашу работу отнимают? Я так понимаю, ученый-гуманоид ждет этих приказов в телецентре. Сейчас, пока он не видит. Это эксперт по человеческим мозгам. Его зовут... Сонный Эрнст. Что тут происходит? Отправляйся в телецентр и просканируй сонного Эрнста. Так, возьмем это. С первого канала? Походу. О!
зонт. А что они потом дают? Так эти вот очки, которые на прокачку. А здесь сверху не может быть? За что? Просто так. Блин, полиция, что ли? Здесь я так просто не пройду. Скорее всего, да. Мне нужно кого-то... В тачку вселиться. Во-во, может, попробуем? Давай. Не знаю, заметит, не заметит. Блин, меня видит. Не видит. Сейчас, далековато. По-моему, получилось. Да. Все. Все, идем. Я не знаю, пустит меня, только не пустит. Только надо... Ему нельзя. Закрытая зона, так, ему нельзя. Доберитесь до... Ну, сейчас-то мне ничего не сделают. А вот блин, слушай... какого фиг... Короче. Я добрался. Миш, ну ты вообще, конечно, беспалевный. Да пофигу. Нашли его. Сканируем. Его надо. Тачка тут что делает? Сканируйте сонного Эрнста. О, этот Миш. Зонт, сейчас возьму. А скоро я докажу, что людьми можно управлять пропагандой по телевизору и открою собственный канал новостей. Ха-ха! Блин. Да где же эти агенты Маджестика? Или они думают, Америка сама себя будет мозги будет промывать? Это у нас специально, интересно, Эрнст перевели. Нельзя, чтобы человечки стали подопытными крысами для сонного Эрнста. Они наши подопытные крысы. Убейте его. Так. Уничтожь сонного Эрнста, Крипто. Зажарь этого яйцеголового. Я понял. Ну, я теперь он. Дело в том, что мне надо как-то сбить эту штуку. Тебе надо было... Так. Ладно, сейчас с его машиной разберемся сначала. Все. Утопить сонного Эрнста в океане надо, Миш. Я понял. Я просто... Сейчас ты как раз превратишься не в помню, обычного. Как его сбить, эту фигню, с себя. Сейчас все будет в порядке. Само отвалится. Оно само пройдет, видишь? Давай, голова сели. Как там тебя? Может, на правую кнопку? Ничего не получается мне. Ну, сейчас вот пяточки остались. Все, отлично. Пойдем. Поехали. Куда его нужно? В океане... Ну, это пойдет. Это считается за океан. Думаю, да. Давай. Все. Крипто Маджестик планировал облучать людишек через телевизор, чтобы ими управлять. Отправляйте их к жилищам гуманоидов. Передавая сигнал из этого центра. Они хотели сделать население запуганным и агрессивным. Еще более запуганным и агрессивным. Представляешь? Но мы перетянем это хитро сплетенное одеяло Маджестика на себя. Мы покажем гуманоидам нашу собственную суперпередачу, управляющую сознанием с нашего корабля. Блин, чувака отправил. Итак, Крипто, наш план. Мы используем это их телевидение в своих целях, чтобы заставить человечество покориться великой империи фуронов. Если ты отогнешь антенны в сторону нашего корабля, они смогут принять фуронскую программу, которую я транслирую, и это хорошая новость. Такс. Плохая новость в том, что не вдаваясь в сложные технические подробности, что у тебя всего несколько минут, если ты не успеешь отогнуть антенны, случится страшное. Не будем уточнять, что, так что иди и нагибай. Иду и нагибай. Не касайтесь земли, Миша, не касайтесь земли! Я уже коснулся. Давайте вы меня убьете. No, God, please, no. И мы заново начнем. Так, все, не касаемся земли. Поехали. О, Миш, нам сюда. Ага. Чисто по крышам. Крык, а вон еще. Надо на пробел. Shift это. Так, мужчина, я вам не. Ой. Да... А пофигу, может, на него. А, ты высосишь его мозг. Да я как бы. И вот этого, да. Да иди уже отсюда. Блин, в самом деле. Да ты что так? А что приклеился? Сейчас с антенной загнешь. Так, поехали. Так, Миш, приземлись. А, думаешь, вдруг не хватит? Ну да, надо все-таки подзаряжаться, я считаю. Хорошо, хорошо. Сгибаем. Прикольно, кстати, задание, что надо не касаться земли. Ну да, ну в принципе не сложно. Приземлись. Ага, не волнуйся, хватит. Тем более, видишь, у меня есть ускорение. Тебе надо за время успеть еще. Да надо еще вон туда рационально поступить.
Дотянем. Надо, главное, повыше. Все. Нормоз. Все, ломаем. Сколько еще? Уже половина есть. Вон сюда, видишь? Ой, полиция приехала. Да. Понимаю. Так, давай, Быстрее. Да, тебя типа так видят. Вот давай здесь по диагонали. Так, рванем. Приземляемся. Все, приземляюсь сюда и дальше. Да. Ну что вот они сделают, пока я по крыше тут? Вот именно. Так, гнем. Осталось две штучки, Миш. Антизомбоящик какой-то устроили. А ты почти справился, Крипто. О, это церебральная мощь. Я восхищен, мой серебристый жеребец. Да что? Мишка! Мишка! Дотянем, не бойся. Додрифтим. Это было рискованно. Зонт! Ну, извините, куда деваться? Поехали. Передача данных начата. Завершение загрузки. О, это просто невыразимо. Отлично. Теперь увеличим мощность. Стой! Крипто! Сигнал слишком силен. Мозг гуманоидов не выдержит такого напряжения. Кора танка! Крипто, скорее! Изогни антенну, пока они не... Ох, как это больно, наверное. Тьфу, мерзость. Крипто? Крипто? Ты где? Пойду-ка перекушу. Опа. Однако. Снова соточка. Да. А молния испепелила целый квартал. 12 погибших электриков привлекут к суду за некачественное заземление. Чё им-то всё не везёт всяким левым? Угарно, что мы когда померли, там типа была убита дикая обезьяна. Поход так нас и видит. Так, ладно, прокачаемся. Здесь на самом деле прокачки смешные. Может, это анальный зонд прокачаем? Так, это у нас в крипто. А его нельзя, может быть, он еще не открыт, видишь? Но здесь прикольное название есть. Нюхосенсор, жесть. Ладно, сейчас решим что-нибудь прокачать. Я хочу, чтобы ты собрал все мозговые стволы, которые уцелели после трансляции сигнала. И заодно, пока будешь собирать стволы, извлеки-ка еще свеженький мозговой материал у живых человеческих существ. Ох. Ну, шикарно. Крипто, я выдаю тебе разрешение на новое оружие – анальный зонд. Переносной, чтобы вынимать мозги еще эффективнее. Ой, это что такое? Это типа мозг? Новейший мультифункциональный анальный зонд позволяет вынимать и собирать мозги с безопасного расстояния. Но помни, использовать только по разрешению, читая инструкцию. Я его как-то не так использовал. Вот эти, короче, нужно перегружены. Блин, меня засекли, не надо меня просекать. Все, ничего не произошло. Так, что он сказал вообще? Молодец, Крипто, ты получил перегруженный мозг. Отлично. Прости. Да нет у меня тут, не палите, мужики. Так, я хотел анально проникнуть. Меня отвлекли, да. Вон, допустим. А ты в кого-нибудь вселись? Смотри, как вот оно. Вон, видишь, попка подрисована. О, слушай, я что-то успел забрать. А, так, использовать анальный зонд. Все, я использовал, да? Отлично. Давай, соберите. И мозг собрал. Заметь, какой. Сначала надо анальный зонд использовать. Так я уже использовал. Нет, я имею в виду, а то потом задание закончится. Хорошо, окей. Надо крайне аккуратно. Мне кажется, можно. Да, да. Ты заметь, какой прицел? Вот, смотри. Тихо, спалит сейчас. Надо аккуратно. Вон. Я вообще. О, отлично. Во, садовник. Не пали меня, женщина. Блин, а чё, где он? Нельзя. Блин, все, готово. Ну, сработало. А только на тех можно, которые нас не запалили? Нет, просто он перезаряжается какое-то время. Давай. Придется, как сказать? Сейчас. Надо еще. Работает? Тяжко. У него крепкий зад. Да, я его не пробил. Миш, поехали. Короче, отсюда. Надо немножко это, расчистить. Тут понаехало всяких. Чья задница готова?
О, вот это чья падет? Взрыв. Так, с излучателями поосторожнее. Электромагнитный импульс отключит твое оружие. Так, вот их надо это ломать. Они, видишь, кабру. Меня эти штуки портят. Блин, да вы что? Смотри, Ой, видишь, они меня, импульсные мины сработало. Ё-моё, я тут вылетел. Ладно, мне надо, знаешь, что есть? Вон, смотри. Вот на нем можно использовать. Давай, сейчас. Анальную зону. Сейчас. Оп. Чпок. Готово. Блин, эти мины дурацкие, я не заметил продаж. Так, еще надо на пятерых использовать, Миша. Ага, сейчас, не проблема. Найдем сейчас. Вон, девушка идет. Тут полегче будет. Ну, прости, блин. Не, давай полицейским. Ничего личного. Так, дальше. А, он должен незаметно к нему в задницу. А, ну... Короче, смирита, на прости. Телочек проще. Да, туда как-то полегче вошло. Во, уже смотри, дело-то пошло. Вот у них задница как-то... А, нет, смотри. Бывалые, могу сказать. Так, сейчас. Каждому... Так, еще последний. Чей зад будет последним? Кому такая честь выпадет? Сейчас. Ну кто? Ну кто? Никто не хочет. Миш, может это, дойдем в другое место, более тихое. О, вот смотри, они уже сидят, ждут. Ну давай. Давай. Не хочет, прикинь. О. Все. Чпок, готово. Так, а теперь можно собирать перегруженные мозговые так, скалы. Так, ладно. Немножко подпалим. Тут уж больно много вас тут. Покидаем вас тут. Вот это трэш. Там, Миш, ты полгорода перебьешь вообще. Ну блин, я уже сколько терпел. Вошел во вкус просто. За тобой скоро, мне кажется, вообще какие-то танки вызовут. Вполне может быть. Ладно, нам нужно добежать вот туда, до той точки. Да. И здесь где-то тоже будем. Зачем? Просто. Вот, смотри, Миш. Да-да-да, вижу. Так, агент, прошу уйти. Put me down. Отлично. Вот. Блин, эти штуки. А, сейчас сработает. Надо их вырубить срочно. Давай. Быстрее. Так, yes. Все. Вот так, там мозг взял. Есть. Давай так. Класс. Еще один. Да блин, можно, кстати, выкинуть. Че мучиться? А это тут что? О, мозг. Да-да-да, я не просто так сюда вошел. Так. О, ребят. Все купаться. Хотите сказать, они умирают там? Видимо, да. Кто-то мимо. Так, ну пофигу на них. Все купаться, ребят, это гуманный способ. Так, ладно, мне его сейчас нам, в другую сторону. Да, в ту сторону. Ты туда купаться, далеко, на берег, если натворил долетишь. Натворил ты тут дело, могу сказать. Угарно еще, что чувак тогда в заставке, Мишка его типа выкинул, он появился. Он приземлился. Так, это не военный или случайно? Ну, на всякий случай. Похоже, да. Ого, сальтуха. Ничего личного. Так, отъезжайте. Это была, кстати, вот эта штука, да. Ой, бомбануло. Так, по-моему, даже побыстрее. Вообще удобно. Даже вот так можно. А, о, зон. Воду-то мне нежелательно, да. Воду. Так, не заметил. Жесть. А где у нас этот там? Вот здесь можно. Да, да, точно. Все, уходим, так, еще один. Еще 5 штук. Ау. Так, еще ой, в другой трэш. Стороне. Что-то произошло. Они появляются, что ли? Все, сгорел. Надо вот эти штуки уничтожить. Ща. Друг об друга. Сразу два. Так, еще один здесь. Ну-ка, если можно наступить? О, блин. Миш, вот про что тебе говорила. Так, все, еще один мозг. Так. Вот он. Чуваки. Мы его заберем? Блин, сейчас заберем. Порядок, перегруженные мозговые скалы собраны. Танк. Танк? Ну мы вовремя закончили. Я прям как пророк. Ох, задание выполнено. Все на соточку. А, странный снайпер возвращается. 16 трупов, загадочный стрелок на Clancy Street. Мне кажется, там не 16, далеко. Ну что, опять по традиции закончим здесь. Все да. Зависит от вас. Судьба человечества. Выживут люди или нет? Ну, скорее всего, нет. Все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.